сделаем куклу, вот такую вот. Называется она пасхальная закрутка. Передала ее этнограф Агаева Ирина Владимировна. То есть она нашла ее, такая кукла бытовала. Делали ее люди и ставили на Пасху, как оберег, как украшение стола. Программист по профессии, а в настоящее время мастер народного творчества Татьяна Оглоблина колдует над созданием древних оберегов – кукол-мотанок. Женщина может часами рассказывать о символах и знаках, которые связаны с изготовлением этих кукол. Например, на Пасху этнографы выделяют несколько разновидностей мотанок – куклу-вербницу, куклу-пасхальную голубку и просто пасхальную птицу, в середине которой есть тайна. Птица – символ весны, символ солнца. Но чем именно эта кукла интересна? У нее есть секрет, у нее здесь яичко. Скорее всего, после революционные времена, когда празднование Пасхи было запрещено, люди не могли отказаться от своей традиции угощать друг друга яйцами, обмениваться. И они прятали яичко в игрушку. Для создания пасхальной куклы использовали материал красных оттенков и самые красивые лоскутки и ленты. Главное правило во время работы над куклой – обходиться без иголок, ничего не клеить и не резать. Татьяна и ее ученицы начинают творческий процесс сформирования головы будущей куклы, которая держится на деревянном поленце. И вперед ткань чуть-чуть больше выпускаем, потому что туда мы будем прятать грудь. Грудь – важный момент в любой кукле, это символ, опять же, достатка и сытости всех детей, скажем так. Когда фигура будущей мотанки готова, ее начинают наряжать. Все детали одежды очень важны и имеют свое значение. Оксана Крикунова, которая тоже создает куклу к празднику, признается. Увлечением этим видом искусства пришло к ней совсем не сразу. Наверное, кукла-мотанка у меня было наиболее скептическое отношение, потому что я также не понимала вообще, как это кукла без лица, и что эти все женщины приходят и делают, Ну, мне это напоминало вот что-то такое мистическое, и вот мне было немножко не по себе, и, честно говоря, несколько мастер-классов первых, вот которые я просто наблюдала. Сейчас у девушки дома своя коллекция кукол-мотанок к любому празднику. Тем временем пасхальная закрутка у харьковчанок готова. Дарить ее значит оказывать человеку большую честь. Такая кукла считается сувениром и может заменить собой пасхальное яйцо. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».